Всем привет! Сегодня для клиента из станицы Динская приготовили полиуретановые эмали для покраски манипуляторной установки. Полиуретановые эмали разной степени глянца. Цвета по каталогу RAL 70-21, 3 литра 80% глянца и 2002 50% глянца, также 3 литра. Эмали перелиты в пластиковые емкости для более надежной доставки до города заказчика. В комплекте отвердитель на весь объем. Если вам также нужны эмали для покраски вашей техники, подписывайтесь на мой YouTube и Telegram-канал. Все контакты есть в описании к этому видео.